Сегодня у нас завершающий прямой эфир «Диалога у озера» в 2018 году. И начали мы его с кадров украшенного Сестрорецка. Сделали мы это не случайно. И сделали мы это еще и потому, что в нашей студии сегодня глава администрации курортного района Санкт-Петербурга Алексей Васильевич Куимов. Алексей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер, Юра. Добрый вечер, сестроречане и все жители курортного района. Я знаю, что у вас есть хороший комментарий по поводу этих кадров. Да, я... Думаю, что не только жители города Сестрорецка и курортного района видят ту красоту, которую мы подарили себе и всем нам к Новому году и Рождеству Христову, но и комиссия городская, которая определяла, кто же лучший в украшении, в соревновании по украшению районов. Могу сказать, что, так что мы буквально в шаге от того, чтобы занять первое место в городе. И я думаю, что это заслуга не только тех, кто украшал наших и курортного берега, и сотрудников, но и всех наших жителей, потому что очень много было предложений, как они хотят видеть украшения новогодние. И мы постарались учесть все их предложения. А были ли такие пожелания по украшению города, которые вызвали у вас улыбку, например? Ну, на самом деле, были предложения вернуться несколько лет назад. Мы делали ледовый городок. Я думаю, многие помнят на площади Петра Великого перед администрацией. Но тогда, к сожалению, теплая погода полностью испортила все наши планы. Да, да. И были просто лужи от этого льда. И сейчас мне говорят, как было хорошо, все было красиво. Я говорю, да, но только погода непредсказуемая. И, конечно, я улыбнулся, вспомнил вот тот самый случай. Мы больше не рисковали. Жалко денег. Да, всеобщее потепление климата вносит свои коррективы. Ну что ж, я напоминаю нашим телезрителям, что мы проводим конкурс вопросов наших телезрителей. И наиболее интересный, актуальный, злободневный вопрос, заданный нашему сегодняшнему гостю, получает приз. Это ужин на двоих в кафе «Ин Сити». Напоминаю вам также, что мы проводим и традиционный конкурс на лучший вопрос в группе ВКонтакте. Сегодня нас интересует, какое событие 2018 года вам запомнилось больше всего. Вот эту статистику мы покажем нашему гостю и попросим его в конце нашей передачи прокомментировать полученные результаты. А пока у нас есть звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Немножко тихо вас слышим. Алло, здравствуйте. Вот так лучше. Как вас зовут? Будьте добры. Виктория меня зовут. Виктория, добрый вечер. Вот главе администрации такой вопрос. Насчет у входа автомобили стоят. Как-то будут разбираться, нет? Есть официальная парковка, я знаю. Там от 300 метров не пройти будет, чтобы, ну, прийти на работу. Объясните вот это как-то мне. Просто знаков никаких нету официально, чтобы там автомобили стояли. Вот у меня маленький ребенок, как бы, разбираться будет или нет. Спасибо. Второй маленький вопросик насчет того, что с Рождеством Христовым написано, а не с Новым годом. То есть сначала Новый год будет. Все, спасибо. До свидания. Спасибо. Виктория, я помню, по-моему, прошлый год, если не вы, то кто-то тоже задавал аналогичный вопрос по поводу того, что машины паркуются на площади, там запрета нет, это сотрудники администрации, но с чем я полностью согласен, я сегодня уже дал указание на новогодние праздники, буквально с завтрашнего дня, убрать просто с площади, потому что елка и очень много людей отдыхающих гуляет, они просто мешают. Полностью убрать, но это служебная парковка, это не безымянная площадь, это все-таки служебная парковка. И, ну, ограничить там, конечно, количество, особенно вот по краям, наверное, можно ставить, вот в центре, когда совсем мешает проходить, я с вами согласен. Нужно будет решить эту проблему. То, что касается вывески с Рождеством Христовым, ну, наверное, вы тут тоже правы. У нас всегда было две вывески: с Новым годом и с Рождеством Христовым. В этом году почему-то мы упустили. Будем исправляться. Спасибо за ваш ответ. А я бы хотел, чтобы вы прокомментировали 2018 год, который был годом культуры. Вот если подвести краткие итоги, удалось ли запланировать, осуществить то, что было запланировано? И какие планы в сфере культуры на следующий год?
На самом деле у нас единственный район в городе из 18 районов, который каждый год объявляет какую-то главную тему, объявляет тематический год. У нас это уже происходит на протяжении 4 лет, и эта традиция, она уже всем и жителям, да и в общем и администрации понравилось, потому что это дает возможность мобилизовать ресурсы на какую-то одну конкретную дату. Концентрироваться на чем-то. Это не значит, что все остальные сферы нашей жизнедеятельности и жизни горожан, и наших жителей, и гостей, они как-то выпадают. Но просто наибольшее внимание и наибольший ресурс направляется в одну сферу, и они меняются каждый год. Был год безопасности, был год спорта, был год благоустройства, экологии, да, так сказать. Этот год был год культуры. Следующий, могу сразу открыть секрет, мы объявляем годом образования и молодежной политики. Самая массовая сфера, где очень много и молодых людей, и детей. В общем, в нее вовлечены практически все. У всех есть либо дети, либо сами уже являются родителями, либо и бабушки, либо... И поэтому я думаю, что это будет самый интересный год, но год культуры в этом году, который уже завершается, конечно, превзошел все наши ожидания. Мы провели более 5000 мероприятий, в которых приняло участие более 500 000 человек. Это, ну, естественно, традиционные праздники День Победы, Дни города Зеленогорска, Сестрорецка, поселков. Я думаю, что День Сестрорецка все запомнили. Это и экофесты, это и какие-то всевозможные творческие конкурсы, это зощенковские чтения, это международная акция, которая тоже у нас проходит, Ночь музеев, ну и так далее, и так далее. Можно очень долго перечислять. Я думаю, что все наши жители прекрасно видели, какой объем мероприятий, информация. Были специальные и пресс-релизы, и 3D такие считывающие плакаты, да, где можно сразу отсканировать, отсканировать и QR-коды, и 3D, и так далее. В общем, было всего очень-очень-очень много, и окончательно мы, конечно, итоги подведем уже, когда год закончится. У нас впереди еще новогодние мероприятия. К концу января, в феврале, когда будет отчет главы администрации, я расскажу об этом подробнее. Что запланировано на следующий год? Уже сказал, да, год образования и молодежной политики, но в плане культуры у нас очень важное мероприятие на следующий год. Заинтриговали. Начало. Потрясающие, потрясающие важности мероприятия. Это начало строительства долгожданного дома культуры города в Сестрорецке. Угу. Большого, красивого, 4500 метров, в котором будет и краеведческий наш музей, и большая сцена, на которой вплоть до Мариинского театра можно вывозить сюда. Угу. Это долгожданный объект, и, в общем-то, когда только пришел главой администрации, сразу же занялся им. Очень непросто было его выбрать место. Он будет строиться напротив храма Петра и Павла, на набережной строителей. Выбор места, проектирование. У нас 3 года назад мы могли запустить, но то чемпионат мира, то еще какие-то мероприятия. И, к сожалению, бюджет города не позволял. Но вот в этом году процесс пойдет, и мы постараемся построить его в короткие сроки, 1,5–2 года. Ага, у меня есть вопрос по этому дворцу, но у нас есть звонок, мы давайте послушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Как вас зовут, будьте добры. Добрый вечер, меня зовут Леонов Роман. Леон? Леонов. Леонов, а зовут-то вас как? Роман. Роман. Спасибо. Роман. Слушаем вас. У меня вопрос к Алексею Васильевичу по поводу благоустройства. Я вот 50 лет проживаю в этом городе, и вот осенью столкнулся с таким сомнительным благоустройством. Парк прямо напротив администрации, прямо напротив его окон, в сквере Петра Первого, расположен памятник, установили какой-то памятный знак, столетию ВЛКСМ. Но мы знаем, что Алексей Васильевич служил в этой организации, руководящей. Тем не менее, все-таки сквер Петра Первого. Совершенно очевидно, что камень, достаточно большой знак, установлен незаконно. То есть это даже, на мой взгляд, не осуждается. У меня даже не вопрос, а предложение такое.
Вот еще не поздно, рабочий день не закончится. Алексей Васильевич мог показать, что он глава до вечера сегодняшнего дня убрать этот памятный знак, незаконно установлен. Потому что завтра кто-то установит памятник пятилетию ИГИЛ. С такой же точной актуальностью к этому месту. И мы будем на него ходить и держать. Спасибо за заранее полный ответ на мой вопрос. Спасибо, Роман. Роман, спасибо за вопрос. Если сказать вам, что я с вами полностью согласен, это ничего не сказать. Потому что я был не просто, не просто против установки этого камня. Я был, по-своему даже возмущен. Дело в том, что там по-разному можно относиться к ВЛКСМ и к круглой дате, но действительно сквер Петра Великого никакого отношения к столетию ВЛКСМ не имеет. Это инициативная группа, в том числе и ветеранов. Все было сделано очень быстро, без предупреждения администрации. К сожалению, такое у нас тоже бывает. Но для того, чтобы все-таки, когда я стал разбираться, камень уже везли, уже шли те самые ветераны и так далее, меня просто попросили. Я не буду называть фамилии. Те руководители, которые занимались установкой этого камня, не портить просто пожилым людям, да, и ветеранам. Для них праздник. Впечатление. Для них это праздник. И мы договорились так, что они поставят этот камень. Ничего страшного, Роман. Месяц-два он постоит, да. Много у нас камней в округе. Еще один, напротив администрации. На очень короткое время. Мы сейчас для него подбираем площадку. Я думаю, что самое лучшее место этого камню, ведь у нас чей союз-то? Ленинский. Самое лучшее место в шалаше Ленина. Там есть сарай, есть шалаш, будет еще камень столетия ВЛКСМ, может быть, еще чего-то. Вот пусть там будет эта локация. И мы туда его перевезем. Просто нужно сделать все по-человечески, подготовить там площадку, законно согласовать все необходимые, все необходимые документы и увезти туда, и поставить, и он займет свое достойное место. Конечно, здесь его не будет, это я вам обещаю. Сегодня вечером, понятно, Роман, что это, Роман. Если только вы мне поможете, мы вместе с вами можем его вдвоем перенести в шалаш, я с удовольствием. Пожалуйста, через полчаса встречаемся у камня. Роман, подключайтесь к этому процессу, ваша инициатива, так что вам и лопата в руки, что называется. А у нас есть звонок еще, давайте слушаем нашего телезрителя. Алло, добрый вечер. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте, Юрий Алексей Васильевич, Галина Васильевна. Галина Васильевна, добрый вечер. Алексей Васильевич, у меня к вам 3 небольших вопроса, но это будет минус к вам. Но зато в конце 4 огромных плюса будет. Значит, первый вопрос. На слушаниях по благоустройству офицерского пляжа с критикой проекта выступили 2 депутата муниципального совета. Вот создалось впечатление, что они не знали об этом проекте ничего. Как так получается? Вот я лично считаю, что все мероприятия, будь то строительными или культурными, проводимые администрацией на территории муниципального образования, должны согласовываться или хотя бы обсуждаться с муниципальным советом. Второй вопрос. Губернатор, исполняющий обязанности губернатора Беглов Александр Дмитриевич, поставил задачу, чтобы в начальных классах школ было не более 20 человек в классе. Как эта задача будет решаться в нашем районе, при том, что за последнее время не построено ни одной школы, ни одного детского садика? И третий вопрос. Почему остановились работы по дому Леонтьевых? Вроде был проект такой красивый, хороший. По-моему, инвесторы находились. Вот что случилось? Теперь в плюс вам. Алексей Васильевич, спасибо вам большое за чистый город. Даже при постмажорных обстоятельствах город всегда прибран. И еще к тому же хочется поблагодарить и Анисимова. Еще у нас островок всегда чистый, в любое время года это продукты. Пожалуйста, помогайте им всегда. Второе, плюс за безопасную среду проживания в городе. С
Спасибо вам большое за оснащение города видеокамерами. Я думаю, что это играет большую роль по безопасности проживания нашего. Также спасибо за достойное проведение чемпионата мира по футболу. Дивногорске вот там тренировали же эти англичане. Ну и четвертое. И вот в действие ледового катка многострадального. А теперь я всех поздравляю с Рождеством и наступающим Новым годом. Желаю мира и добра. Ну, а ТВ «Залив» его сотрудникам желаю держать высокую планку доверия жителей. Всего доброго всем в Новом году. С Новым годом! Спасибо, Галина Васильевна. Необыкновенно такое выступление объемное, яркое. И мне нравится, что отмечены как и положительные, так и отрицательные стороны. Ну, Галина Васильевна всегда очень грамотно и очень четко формулирует свои вопросы. И очень обширно, всегда по существу, круг интересов. И всегда по существу. Всегда очень приятно отвечать, Галина Васильевна, на ваши вопросы. Значит, по порядку. Офицерский пляж, без сомнения, согласование, не согласование, скажем так, взаимодействие с муниципальным образованием города Сестрорецка по офицерскому пляжу было. Но оно было не совсем качественным. И когда поменялся в какой-то мере проект, у Александра Николаевича Бельский, ну, был, я в курсе этой ситуации, разобрался не совсем в курсе того окончательного решения по офицерскому пляжу, его реконструкции, когда было очень много задействовано бетона и был существенно уменьшена площадь песка. В этой связи мы уже сделали выводы, Галина Васильевна, и я дал указание остановить работы, пересмотреть проект, согласовать его с муниципальным образованием, с Бельским, с учетом тех пожеланий жителей, убрать лишний бетон, сделать там какие-то легкие настилы для маломобильных групп, потому что о них тоже нужно думать, чтобы все-таки, так как офицерский пляж, он небольшой, и там не нужно сильно грандиозные какие-то фундаментальные решения, нужно просто его облагородить. До лета, не до лета, ну, до мая месяца, когда могут продолжить все работы на пляже, я думаю, что мы всю эту работу по пересмотру проекта и согласованию с муниципальным образованием города Сестрорецка, мы ее проведем, я обещаю. По поводу первых классов. У нас в курортном районе более-менее приемлемая ситуация с наполняемостью школ. Мы готовы перейти, если будет указание Беглова, оно носит очень важный и правильный характер, чтобы все-таки перейти, чтобы формирование первых классов шло из количества не более 20 детей. Но не везде по городу это будет возможно, не везде, мы прекрасно понимаем. Есть районы, где в две смены учатся, какие уж там 20 детей. Мы будем стараться придерживаться этих цифр, где-то, может быть, будет чуть больше, где-то будет чуть меньше, но мы в любом случае года через полтора-два мы должны будем достроить нашу 434-ю школу многострадальную. Да? Сейчас там будет смена очередного подрядчика. Я надеюсь, что тот подрядчик, который мощный, придет на строительство Дома культуры, может быть, он и возьмет и застройку этой школы, потому что там просто очень много экспертиз, много решений со старым зданием, трещины, все это знают прекрасно. И тогда, когда школа будет введена, плюс 324-я школа, реконструкция, я думаю, что у нас проблема с наполняемостью первых классов, с тем, что было не больше 20 детей, мы ее решим. По дому Леонтьева чувствую маленькую нотку лоббизма в ваших словах, Галина Васильевна. Вы очень хотите, чтобы этот проект был реализован. Я тоже хочу. Но я хочу, чтобы он был исторически как можно, чтобы он был как можно ближе к его историческому оригиналу. К первоисточнику. Там был двухэтажный особняк с внутренним каре. Мы это знаем прекрасно. Да? Очень красивый. Первый этаж был торговый, дальше была жилая часть купцов Леонтьевых. Сейчас там то, что приносили, я вас уверяю, вы не видели. Четырехэтажное здание. Я их все время старался приблизить. Тем более, что застройщик давал обязательства
при заключении мирового соглашения реализовать вариант, близкий к историческому. Mm-hmm. Я думаю, что мы найдем компромисс, и это место будет застроено. Но вы ведь тоже не хотите, чтобы там выросла какая-то огромная махина, которая просто заполнит. Там и так очень тесно, там негде парковаться, там все очень тесно. Поэтому давайте будем относиться к этому кусочку города Сестрорецка, тем более это самый центр, очень аккуратно. Ну, а за ваши плюсы, чистота, безопасность, камеры, чемпионат мира, ледовый каток, вам огромное спасибо. Спасибо вам, и слушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Вечер добрый. Добрый. Вечер добрый. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Будьте добры. Марина. Марина, слушаем вас. И первый вопрос я хотела Алексею Васильевичу задать. Пожалуйста. Алексей Васильевич, вы знаете Михеева Марина, который к вам обращался неоднократно. Сейчас я получила на ребенка инвалидность по жилью. Так мой вопрос и не решился. Ну, конечно, хочется вас поблагодарить за всю хорошую работу, то, что у нас работает хорошо. И второй вопрос, Алексей Васильевич. Вот всех награждаете, всех хвалите. А я хочу, чтобы залив ТВ, телевидение, чтобы как почетную гражданину там дали, или всех сотрудников поблагодарили, всех собрать и передачу эту сделать. А то всех мы поздравляем, а залив мы пропускаем. Пожалуйста, чтобы этот вопрос решили, как-то помогли их всех показать, передачу для них сделать. И с наступающим Новым годом, чтобы в следующем году не было никаких проблем. Всех это, и муниципалов, всех поздравляю с Новым годом. Все. Короткий вопрос. Угу. Да, все, это ваш вопрос, да? Ага, уже вышла наша зрительница. Марина, спасибо, да, за добрые слова. Мы не смогли помочь вам, может быть, в той мере, в какой вы рассчитывали. Прошу прощения, не всегда все в наших силах. К сожалению, ресурсы администрации сейчас очень ограничены. Есть город, есть жилищные комитеты, есть какие-то другие структуры, которые принимают решения. Ну, может быть, все еще изменится, вы не унывайте. По поводу поздравления залива, мы готовы. То есть, во-первых, я поздравляю всех, угу. И включая сотрудников залива, и Юру, и всех, кто здесь присутствует, всех операторов. Ну, если это нужно сделать публично и выпустить передачу посвященную заливу, нужно пригласить другое. Какое-то, видимо. То есть имелся в виду, конкурирующий... что на мое место, наверное, да? А я конкурирующее кабельное телевидение, которое снимет передачу о кабельном телевидении. Залив, да, на самом деле залив – это неотъемлемая часть, конечно же, да, города Сестрорецка и курортного района. Мы очень любим ваш коллектив. Спасибо большое. И отвечаем вам взаимностью. Долгие-долгие годы работаем, и я думаю, что будем работать еще вместе с вами и в следующем году, и в 2020, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вам долгих лет жизни и с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Еще будет возможность нам поздравить. Я выполнил то, что меня попросили. Телезрительница. Марина, спасибо вам большое за добрые слова. Мы, как говорится, постараемся оправдать высокое доверие. Я без юмора говорю, высокое доверие – это доверие наших телезрителей, которые звонят нам, задают вопросы. И для нас самое это главное. Спасибо вам еще раз. А мы уходим на рекламу. Мы продолжаем наш диалог с главой администрации курортного района Санкт-Петербурга Алексеем Васильевичем Куимовым. Проводим традиционный конкурс ваших уважаемых телезрителей вопросов. Напоминаю, что победитель сегодняшнего конкурса, Алексей Васильевич в конце передачи определит имя этого человека, получает приз. Это ужин на двоих в кафе «Ин-Сити». Напоминаю также о том, что мы проводили в нашей группе ВКонтакте опрос, задавая вам вопрос. Какое событие 2018 года интересует вас или запомнилось вам больше всего? В конце передачи прошу Алексея Васильевича прокомментировать полученные цифры. А сейчас мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 У меня два вопросика к Залив ТВ и нашей главе города. Пожалуйста, как вас зовут? Будьте добры. Сергей. Да, вот у меня вопрос к Залив ТВ. Сейчас переходим все на аналоговое телевидение убирают.
мы вообще будем вас видеть или нет? Это первый вопросик. А второй вопрос к главе города. Я, насколько знаю, вы из уральской деревни. Вот. И вот хотелось бы узнать, у вас там родственники остались? Вот. И как вы будете справлять праздники? Спасибо. Спасибо, Сергей. Сразу отвечаю на наш вопрос. Да, будем. Кратко, очень. Пожалуйста, Сергей Васильевич. Да, Сергей, по поводу родственников из уральской деревни, конечно, да, я из глубокой уральской деревни, это между Екатеринбургом и Тюменью, туда, ближе уже к Сибири. Конечно, у меня там остались родственники. И одноклассники, и родственники. Я очень часто туда езжу. Там могилы моих предков. Мои родители похоронены в Подмосковье, так получилось, а все остальные там, там. На Урале. Поэтому езжим, да, это наша традиция, ездим туда очень часто. Как я буду отмечать праздники? Новый год для меня не является самым главным праздником в году, поэтому мы просто с женой вдвоем проведем его, попьем чаю, там, может быть, бокальчик там, шампанского. А вот Рождество Христово для нас самый главный праздник в году. Именно зимний праздник, да, еще Пасха. Мы собираемся много-много лет, собираемся всей семьей. У меня пятеро детей, все, кто со своей, кто женат, кто нет, но все всегда собираемся. И другие родственники у меня дома. Жарим гуся в русской печке, у меня русская печка дома. И, в общем, это действительно для нас самый главный праздник семейный. И эту традицию мы договорились так, что никогда не будем нарушать, когда даже я постарею, там, или еще что-то. Она должна уйти, скажем так, в десятилетие, эта традиция. Спасибо. Вы такой приверженец традиции, а русскую печку не своими руками сложили? Нет, к сожалению, я не умею. Да. Угу. Меня... Не научили в деревне ложить печки, да. Кстати, это традиция складывания печей. Мне кажется, ее нужно очень сохранять, потому что действительно русская печка – это произведение не только искусства. Согласен. Это на самом деле очень трудно. Сложить настоящую печку. Именно русская печка, чтобы она правильно работала, чтобы не было выхлопа дыма, очень трудно. Угу. Ну, на самом деле, умельцы, я думаю, еще сохранились все-таки. Есть, конечно. Ну, давайте продолжим наш разговор. Я хотел бы все-таки в завершение вот этого сюрприза, или как подарка, можно сказать, так как вы преподнесли его, да, строительство Дома культуры, спросить вас, какая была экспертиза этого проекта с точки зрения достаточности помещений, которые там есть? Не получится ли так, что когда это все построят, потом что-то придется переделывать, перестраивать, дополнять и так далее? Мы очень долго работали над этим проектом, учитывали все возможные наши потребности. И большой зал киноконцертный, и театральный зал, большая сцена театральная. И очень много помещений для разного рода кружков, и для детей, и для взрослых, и для пенсионеров, конечно же. Музейное пространство, как я об этом уже сказал, которое... включит в себя и экспозицию Сестрорецкого нашего оружейного инструментального завода. Ну и очень много всего. Площадь 4500 метров, мы практически максимально, сколько можно было построить на том земельном участке, мы взяли максимальную площадь с учетом тех высот, очень трудно было его вписать, но я думаю, что он понравится нашим жителям. Я не зря задал этот вопрос еще и потому, что я хотел услышать и услышал фразу, которая вот мне очень близка. То, что там будет не только для детей все предусмотрено, но и для пенсионеров. Конечно. И вот этот контакт детей и пенсионеров, преемственность какая-то, это очень важный момент, на мой взгляд, в этом это сооружении. Общее пространство, культурное пространство для всех жителей города Сестрорецка, да и не только, всего курортного района. Ну, теперь будем вас пытать, когда будет строительство, когда же будет завершено это строительство? Начнется уже весной. Я надеюсь, что 1,5-2 года. Угу. Будем ждать с нетерпением. Вопрос у меня теперь такой. Вот у нас Александр Дмитриевич Беглов исполняет обязанности губернатора, человек очень хорошо известный в районе, в нашем. Изменилось ли в связи с его приходом, назначением что-то в вашей работе? Ну... Всегда, как есть старая русская пословица, новая метла по-новому метет, да, конечно же, и любой руководитель. Это всегда личность, это свой подход к делу, это свой подход, свои требования к сотрудникам, к подчиненным, да, и, в общем, и другое несколько видение развития города.
И, конечно, хотя и Георгий Сергеевич Полтавченко, прежний губернатор, и Александр Дмитриевич Беглов, они очень близки ментально. Оба православные люди, очень верующие, искренние, чистые, очень нацеленные на результат, на служение городу. Это у них одна база. Они, конечно же, оба люди команды президента, и поэтому преемственность и какая-то, скажем так, цельность в развитии, она присутствовала и у прежнего руководителя, и сейчас. Но есть нюансы управленческие. Конечно, может быть, всегда первое время нужно привыкнуть, какие-то, скажем так, особенности, нюансы управления, стиль нового руководителя. Но я с Александром Дмитриевичем Бегловым знаком уже достаточно много лет, еще когда он в Москве сидел, полномочным представителем в Центральном федеральном округе. И мы общались достаточно много, тем более, что курортный район для него родной. Да, и конечно. Я по-своему рассказывал, он всегда спрашивал, ну как там курортный район? И мы всегда, это была одна из тем наших разговоров, и поэтому мы уже, ну, достаточно, я считаю, хорошо друг друга знаем, поэтому, ну, мне с ним достаточно легко. А у нас есть звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Получается вывести в эфир нашего телезрителя? Звонок сорвался. Ну, мы продолжим наш разговор. Я думаю, что если будет интерес у нашего зрителя, он нам перезвонит. А я хотел бы вас спросить вот о чем. Вот вы в связи с Годом культуры назвали большое количество событий, которые произошло. Ну и вообще много событий происходит в курортном районе. И, конечно же, вы как-то переживаете все эти события, они все проходят, естественно, через вас, подводя итоги. Что из событий вызвало у вас максимально положительную реакцию? Вот, то есть получилось так, как вы задумывали, а может быть, даже еще и лучше. А что озабоченность вашу составила? Ну, наверное, мне больше всего... Если брать события, посвященные Году культуры, правильно вы имеете? Культуры, или в целом погоду? И в целом. Можно как вам удобнее? Ну, в целом здесь... погоду, конечно же. Я думаю, у вас и там еще и опрос будет. Но я думаю, что не покривлю душой и отражу мнение многих наших жителей. Конечно же, чемпионат мира. Да. Тем более, что мы, что курортный район стал площадкой для родоначальников футбола. Англичан, для сборной, да? Англии. И не просто... Для сборной Англии, которые, конечно же, к ним все с уважением относились, но никто не видел их там где-то вверху турнирной таблицы, да, в первых рядах. Они заняли 4-е место. И это в том числе и благодаря той организации, которая была в районе подготовлена, и той базе, и тому настрою. Им было, да, здесь очень весело. Они в гостинице, там многие помнят, да, так сказать, какими-то уточками перекидывались. То есть они, в общем, такие оказались очень легкие ребята, да. И их и тренер, и капитан команды в конце, конечно, сказали нам очень много добрых слов. Они сказали, что они обязательно еще к нам приедут. Но я сказал, что у нас впереди еще чемпионат Европы. И наша площадка в том числе будет... задействовано, поэтому не исключено, что они у нас появятся в 2022 году. А то, что касается из мероприятий Года культуры, конечно, мне очень понравился в этом году День города Сестрорецка. Был какой-то очень такой душевный, был очень интересный, хороший, как всегда, фейерверк, все. Ну, как-то было... Вот мне очень нравится культура наших жителей. Огромное количество людей на нашей площадке, да, то, что мы смогли отвоевать у американских инвесторов, хотя-то что делать? Завод уже не вернешь, но все-таки территория завода, это эти стены заводские, это вот дух 300-летней истории, он все-таки подпитывает вот это праздничное настроение и не позволяет, ну, скажем так, проявлять себя каким-то неподобающим образом. Все уходят абсолютно тихо, ни драк, ни каких-то там беспорядков. А ведь огромное количество народу. Это тоже говорит о том, что когда людям хорошо, ну, там, проявлять свои там худшие качества, не, так сказать, люди не готовы. Поэтому вот я думаю, что это то, что можно отметить из позитивного. Ну,
там каких-то уж очень провальных мероприятий, либо, может быть, неинтересных у нас не было, поэтому я бы не стал сейчас называть. Замечательно. Мы слушаем нашего телезрителя. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Анатолий Николаевич. Очень приятно. Я коренной житель Сестрорецка нашего города замечательного. Вот. И хотелось бы задать вопрос главе нашей администрации, но его ответ просто снял с языка мой вопрос. И наступило чувство приятное, если честно. Когда вы вступили на должность главы администрации нашего района и первый раз были в этой студии, я задал вам этот вопрос, он касался молодежной политики и дворца молодежи, именно дворца молодежи. Ну вот, и если это строительство наконец-то начнется, как вы сказали, и закончится, вот, поверьте, молодежь наша, которая, извините, в летний период особенно, ну некуда деваться, будет вам очень благодарна, и мы, родители, будем вам очень благодарны, потому что в наше время в Сестрорецке было 4 дома культуры, а до сих пор ни одного. Большое спасибо, если это осуществится, но просто бальзам на раны. Вот. А второй вопрос я хотел вам задать, но поговорил с оператором. Ну, понимаете, вопрос не новогодний, Новый год на пороге. Ну, как вы считаете, могу я задать такой вопрос вам? Глава работает и в предновогодние дни. Только кратко, пожалуйста. Алло. Хорошо. Да. Мы живем на Токарева 3. Это, да, блок, последний блок четырехэтажный, безлифтовый. Вопрос, пожалуйста. Вот. И у нас нет уже... Почти, вот я объясняю, почти 6 лет нет антенны общедомовой. Поэтому наши жильцы, это 14 квартир, ну вот, уже давно не пользуются этой антенной, ее просто нет, ее спилили. Но мы пользуемся кабельным телевидением нашим сестрорецким. Спасибо вам, ребята, за это. Ну, у кого есть антенны космические. Но в наши розовые квитанции по коммунальным платежам приходит уже на протяжении более 6 лет плата за антенну 200 рублей. В основном наши жители пенсионеры. У нашей управляющей компании есть договор с Ростелекомом. Я был там. Ну вот, но они нас заставляют ехать туда. У нас много людей, которые ну, просто не могут ездить в город. Антон Николаевич, извините, пожалуйста. Просто вопрос решается. Пришлите представители, составьте акт и сделайте перерасчет для наших людей. Спасибо. Ну, суть вопроса ясна. Я думаю... С другой стороны, тут, извините, пахнет уголовной статьей. Алло, Антон Николаевич. Решите этот вопрос. Антон Николаевич. Компании. Пожалуйста, сделайте. Спасибо. Антон Николаевич, я записал Токарева 3, последний блок вашего четырехэтажного дома. Да, вопрос антенны. Я завтра же дам указание и прослежу, чтобы мы решили эту проблему. Это, конечно, быть не должно. Антенна, которой уже нет, она спилена, за нее выставляют деньги. Ну, я вас уверяю. А по поводу Дома культуры или Дома молодежи, это будет все вместе, я вам обещаю. Мы его обязательно построим. Спасибо. А у нас время рекламы, после которой мы продолжим наш диалог. Сегодня в нашей студии глава администрации курортного района Санкт-Петербурга Алексей Васильевич Куимов. Но прежде чем мы продолжим наш диалог, мы послушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Будьте добры. Здравствуйте, меня зовут Николай. Николаевич, приятно, слушаем вас. Спасибо. Здоровья, счастья, мирного неба. А вопрос такой. Куда девалась остановка Токарева дом 3? Вернее, остановка-то есть, только павильончик куда-то исчез. Ни крыши над головой, ни скамеечки, все чисто, ровненько. Бедные женщины жмутся к дому, уже прятаться от дождя. Но сейчас влага, снег. Но все равно. Когда ее остановят? Вопрос такой. Спасибо, Николай, за ваш вопрос. Да, Николай, у нас уже на Токарева 3, видите, адрес с антенной уже засветился. И теперь еще с остановкой.
все, что касается деятельности комитета по транспорту, да, так сказать, мы понимаем, что у них не все гладко, там демонтируют, там какие-то остановки, какие-то маршруты запускают. Я обязательно завтра вам обещаю, разберемся с этой остановкой на Токарева 3 и посмотрим, как ее можно восстановить. Конечно, это не дело, когда нет павильона, нет, так сказать, нет лавочки, нет где от ветра, от дождя, от снега спрятаться. Вы тут правы абсолютно. Тем более при такой погоде. При такой нашей погоде. Угу. Да. Напоминаю нашим телезрителям, что есть возможность еще задать свои вопросы нашему гостю. И победитель этого конкурса зрительского получает сегодня приз. Это ужин на двоих в кафе «Ин-Сити». А я бы хотел вот о чем вас спросить. Завершая год культуры, очень большое значение, мне кажется, для атмосферы нашего района играет архитектура. И, к счастью, сохранились какие-то еще архитектурные памятники. Их, правда, немного, и состояние многих из них вызывает озабоченность. Но я хотел бы вас спросить вот о том, что дом Змигродского, началось строительство саркофага, который, как я понимаю, либо законсервирует это здание историческое, либо, наоборот, создаст условия для его полноценной реставрации. Вот как там будут происходить эти процессы? Потому что необыкновенной красоты, конечно, здание, и хотелось бы увидеть его вновь во всем великолепии. Да, у нас кроме дачи Змигродского, там в той локации в районе курорта, это исторически всегда были там самые красивые, самые лучшие образчики русского модерна, русского деревянного зодчества, да. И, скажем так, мы многие годы старались привлечь к этому внимание, что эти объекты требуют восстановления, иначе потом нечего уже будет восстанавливать. И прошлый год, вот уже летом, Георгий Сергеевич подписал большой план по курортному району. Это единственный план, по другим районам такого нет, он достаточно толстый, по восстановлению и объектов русского деревянного зодчества, и по созданию городской среды, и по велодорожкам, и по новым аллеям, и в том числе и не только в курорте, но еще и в целом по городу Сестрорецку. Эта программа, я думаю, что вот сейчас, так сказать, немножко времени нужно Александру Ильичу Беглову, чтобы в целом разобраться, что происходит в городе. Мы уже договорились, что он возьмет эту нашу программу, которую подписал Георгий Сергеевич, да, под свой личный контроль. Я думаю, что мы ее сможем реализовать. А то, что касается дачи Змигродского, сейчас задача, ну, так сказать, сейчас мы просто хотим прекратить его разрушение, сделать саркофаг, а потом уже очень сложный будет проекты, решения по его восстановлению. Работа началась. Я этому очень рад. А есть ли какие-то уже наметки по поводу того, кого вы из специалистов вы будете привлекать к этой работе? Или преждевременно об этом говорить? Нет, об этом говорить преждевременно. В городе есть специалисты. Я знаю тех, кто очень хорошо работает и с деревом, и умеет его восстанавливать, и с точки зрения грибка, скажем так, его разрушение и замены, так сказать, венцов. Это очень сложная работа. Поверьте, восстановить деревянный особняк гораздо труднее, чем построить новый каменный. Вот это точно совершенно. Угу. Конечно, это безусловно так. Скажите, пожалуйста, а бывают ли у вас минутки, когда вы можете себе позволить просто прогуляться по, скажем, Сестрорецку или проехать по району с тем, чтобы просто понаблюдать, как идет жизнь жителей района или гостей района, сделать для себя, может, какие-то выводы, может, внутренне как-то о чем порадоваться чему-то или взять на заметочку какие-то вот критические моменты? Юр, я стараюсь это делать ежедневно. Ну, тогда, когда я в районе, не всегда бывает. Иногда бывает целый день, там, совещание в Смольном, выбираешься уже только к вечеру. Но район наш, курортный район и Сестрорецк, и все наши поселки, и город Зеленогорск, да, в общем, весь наш район я очень люблю. Я с первого дня, как здесь приехал, но очень мне близок, потому что здесь уже звучало, что я из деревни, а он такой, ну, скажем так, он и город, и деревня, и все вместе, менталитет здесь такой же, очень добрые люди, и тихо, спокойно, ну, летом, конечно, бывает здесь, особенно этим летом, когда хорошая погода, что и не проехать, и не пройти, но тоже нужно дать возможность нашим жителям из
каменных трущоб, которые в других районах, да, приехать и все-таки... Побыть, ну, на природе. С детьми, да, так сказать, там как-то побыть, пожарить шашлыки, покупаться, позагорать. Я стараюсь ежедневно куда-то выезжать и смотреть, что происходит. Ну, так сказать, сейчас важный вопрос – это уборка. И действительно, курортный район у нас убирается. Не сразу, конечно, когда... так сказать, всю ночь валит снег, ты не сможешь в течение 5 минут там убрать все. Огромная масса снега, которую нужно вывозить. Но в целом, вот если я сегодня вот буквально перед эфиром проехал район, убран снег, так сказать, вывезен где-то там на обочины, складирован где-то, уже просто вывезен. Был до этого в городе, не проехать, честно скажу. Там есть определенные места, где... И это проблема даже не коммунальных служб, а проблема того, что по обочинам очень много автомобилей. И убрать снег просто невозможно. У нас, к счастью, все-таки полегче немножко убирать. Все. Узнают ли вас на улицах горожане? Я думаю, что да. И с какими вопросами чаще всего обращаются? Ну, где-то, конечно, узнают, но в целом я не очень публичная фигура, и мне это нравится. Я люблю такой очень... спокойный такой, да, свободный режим передвижения, так сказать, чтобы не думать, где там своим лицом кого-то смутить там присутствием или наоборот там лишние какие-то вопросы вызывать. Поэтому, конечно, те, кто узнают, заходят, спрашивают, кто-то благодарит, кто-то какие-то предложения выдвигает, кто-то чем-то недоволен. Но это нормально, это человеческая жизнь. Моя должность обязывает с каждым из таких вопросов разбираться. Угу. Ну что ж, давайте мы тогда перейдем к моменту определения победителя зрительского конкурса. Чей вопрос показался вам наиболее интересным? Ну, я думал, посмотрел, да, и пусть я не покажусь оригинальным, но в этот раз очень емкий вопрос и очень многоплановый. И тут даже дело не в том, в тех плюсах, которые наш слушатель отметил, да, а в тех вопросах, которые очень важны, стоят перед Сестрорецком и перед мною, как перед руководителем. Конечно, это вопрос Галины Васильевны. Я ее поздравляю. Она может взять кого хочет и идти в ресторан «Ин-Сити». Да, «Ин-Сити». Ну что ж, Галина Васильевна, поздравляем. Поздравляем вас с этой победой. Приятного вам вечера в кафе или ресторане «Ин-Сити». А мы давайте подведем итоги нашего опроса. Вот ваш комментарий я хотел бы услышать по тем цифрам, которые мы видим на экране. Я продублирую голосом. Какое событие вам 2018 года уходящего вам запомнилось больше всего? Выборы президента РФ 6%. Чемпионат мира по футболу 58%, открытие Крымского моста 15% и другое 21%. Ваш комментарий, пожалуйста. Ну, я думаю, что здесь нечего комментировать, да, цифры говорят сами за себя. И несмотря на то, что выборы президента в прошлом году были очень важным политическим уходящим мероприятием, году, да? И курортный район выполнил, перевыполнил все планы, и наши жители отдали свои голоса президенту 78%, но, конечно же, самым важным событием был чемпионат мира. Ну, хотя бы потому, что выборы президента у нас каждые были 4 года, теперь каждые 6 лет. А чемпионат мира первый раз в истории, и неизвестно, когда еще будет. Угу. Может быть, наше поколение уже и не сможет порадоваться. Ведь действительно, чемпионат мира, и не только потому, что сборная Англии была у нас в Зеленогорске и в Репино, да, но в целом в городе это был праздник. Я сам вот прям окунался в эту атмосферу, так сказать, в районе конюшенной, там где-то в баре посидеть, честно скажу, так сказать, с хорошими фанатами выпить кружечку пива. И вот, и когда идет матч, а как играла наша сборная? Ну, это же просто фурор. Ну, как можно такое не запомнить? Поэтому цифры 58% говорят сами за себя, я с ними полностью согласен. Полностью согласны. Ну что ж, и ваше поздравление, пожелание жителям района, которым вы руководите. Ну, дорогие мои, родные жители города Сестрорецка и курортного района в целом, что можно пожелать в преддверии предстоящего года? Во-первых, надо еще дожить уходящий год, проводить его как положено, чтобы он
вошел в историю и в жизнь каждого из нас как один из лучших лет. Но самое главное, я хотел бы, чтобы мы понимали, что впереди Новый год, впереди 2019 год, и эти 365 дней каждый из нас должен будет снова прожить. Я считаю, что каждый Новый год – это такая нераскрытая и непрочитанная книга, в которой абсолютно белые страницы. И эти страницы мы заполняем сами. Каждый пишет на этих страницах историю своей судьбы, историю своей жизни. И я хочу всем пожелать, чтобы эти страницы были полны любви, добра, чтобы заботы о близких, чтобы они включали в себя те мечты, те планы, самые светлые, самые лучшие, которые каждый из нас перед собой ставит в преддверии Нового года. В целом, всем вам, вашим родным, вашим близким, вашим семьям счастья, здоровья, любви. Берегите друг друга с Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, Алексей Васильевич, за ваше поздравление. Ну, а мы вот, вернее, я от имени нашего творческого коллектива, который еще раз подтверждается мнением наших телезрителей, нужен в районе. Поздравляю лично вас, всю вашу команду с наступающим Новым годом и обязательно Рождеством, потому что вы сказали, что для вас это особое событие. Желаем вам творческих успехов, по-прежнему желание работать на интересы нашего района, неиссякаемой энергии, здоровья, хорошего настроения и всего-всего самого-самого доброго. Спасибо большое. Ну, а я жду Романа, мы сейчас будем переносить камень. А мы засвидетельствуем это с помощью наших видеофиксаторов и потом покажем нашим телезрителям, как это было. С наступающим вас Новым годом, с Рождеством, всего вам хорошего, всего вам доброго. Смотрите наш канал, будьте счастливы и увидимся в следующем году.